Бодренько стоит в центре. Локи, оставляете портал, подходим. Осквернение выносим по бокам. Выносим с рейда, подвалик не выносим. Это вся вторая фаза, ничего другого. Третья фаза. Все то же самое, как на второй, ну, с осквернением, только вместо валик появляются дневные духи, и одного человека кидает в комнату. Того человека, которого кидают в комнату, во-первых, его прохилить надо, на которого жатва душ дается. Во-вторых. Он должен быть сбит каст. Во-вторых, вы должны убить моба там и сбить каст. Если лока кидает, вызывайте собаку, если у вас шифра нету. Вызывайте собаку, чтобы собака кикнуть каст. Как только вас в комнату закинули, сразу собаку вызывайте. Чтобы кикнуть ей каст. Шаманы там воющий ветер, ну, паладинов дохуя, сбитие кастов и так далее. У магов антимаги. Все. Отчина куда духов ебальником куда держу? В бок или на зиму? Как вы там? Что? Блять, в бок держишь. В бок, вот так вот. Все. Остальное не знаю. Колопом большая просьба. Хотя бы к внутреннему кругу подходи, чтобы с хилом доставали нам. Чтобы прохилить успели мас. Ты, наверное, не достань, когда выходите в край, стоите там дальше. Это Кирилл, тут РДД с профи и СПД. Че тебе дать? А, камень, да. Жнец бьет магией или физухой сначала? Сначала магией. Жнец все время магии хуярит. Не, он дает магическую и физическую, он две пиздюли дает. Блять, зеленку нажимаешь нахуй, и по те урона не проходит нахуй. Я слышал, понял. Ебальник ему потопало там, что правильно? На второй жнец он компас хуяришь и кровь, и нормально. Потом к третьему тебя успевает от КДшить зеленку. Да, плюс палос еще может тебя подстраховать. Забыл. Но вообще тут жнец так сильно не бьет. РДД в кресте стоит. Плеча за валями вожу, правильно? Куда леща ты не уводишь? За валями вожу, но чтобы кливали. Да. Три секунды до пола. Два, один. Пул сапроты, ой, эти припоты пейте. Выражение прохил. Нихуя, в 0-1 подняли нахуй. В 0-1 сколько их на всех щиты были? Хорош. Хилить нечего было. Поставь его нормально, пожалуйста. Нормально это как? Вот так нормально, чтобы ширкарь под крутопалом вылазил. Забери шаркаря. Нет, нормально это ты колесом трону ставь его, блять. Шаркарь он нахуй сам заберет. Заебись, минус Яша, нахуй. Альфредес, дай бэр по нему. Я бы. А, окей, не надо, все. Вставай, Яша. Дайте ребаф по роге. Быстрее. Заражение прохил. Чума, 3 секунды. Арислин печень. А, диспел арислин, окей. Милики, старайтесь на себя там трэш забирать, нахуй. Или он арислин, забирай вордолаков. Все равно нихуя не делаешь. На стаке уж чему себе. Таунтом. Шаркарь, я скажу, когда за таунтить, жди. Таунт нажимай, шаркаря. Угу. Чума 2 секунды. Яша. Диспел. Угу, все, иди дальше. Даже заражный прохил. Реслим подымите. Еще одна чума будет. О, аура на тьму стоит. А почему, блядь, льда нету? Стоит. А, стоит, все вижу. Так, чума сейчас выносим. Блядь. Чувава, вынеси быстрее. Диспел, вот. Лича в крест веди, лича в крест. Отойдите, чувава. Все, в крест быстрее побежали все. Дай сокрой, Реслин.
Вордалаков, не подводи в рейд, пожалуйста, Рислин. На них чума там. Забери их на себя. Че, гневных ебашим, за спину гневным становимся, бьем. Вон, видите лучики? На Ринда сейчас, вот она должна выйти. А не, печка, печка. Вот, типа, ты можешь... Не подъебало гневному, уйди, 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 да. Все, в пизду, стой. Стой, стой за спиной. Братик, за спиной, стой, все. К краю лича дергать или не надо, там где стоит? Перебежали на ту платформу к личу быстрее, перешли. Не надо, блять, там живой танчишь. Локи порталы. Заражение прохил. Локи ближе чуть боссу, подойдите там. Нормально было. Геру давайте. Настя. Гнев небес. Все нормально, трипла не снимайте. Трипла там подхиливайте. По валькам играем. Так, приготовились. Осквернение разбежались. Ушли с подвала, ушли, разошлись, вынесли осквернение. Ахилл, нажми ману тьму. От Донзека отошли. От Донзека. Все нормально. Трипла подняли, все отлично. Дальше босса бить. Встали все за спину в один фрейм боссу. Кроме локов, соответственно. Только даже лица я не вижу, у меня не показывает. Блять, он там вешает, увидишь сам нахуй. Багается ДБМ, блять. Тессируюсь нахуй. Заражение прохил. Так, приготовились разбегаться, приготовились. Разбежались быстрее. Разошлись. От Юксоронки. Юксоронка, выходи. Уйдите. А, все нормально. Окей, по звезде сыграйте, по звезде. Блять. Эмана тьму нажми, поменяйся, паладины. Арислин, дай сокру. Там по звезде. Осквернение приготовились. Валик добиваем. Осквернение разбежались, вынесли. РДД ром добивайте. От Йоксуронки отошли. Там где Фординг. Блять, ну не бегайте в осквернение. Аккуратно поставь его в центр. Все. Порталы там Локи переставь. Блять, далеко портал походу поставил. Сука, надо разбивать ромб. Я, блядь, проебался немножко. Не успел попасть. Давай, оковы, давай. Осквернение разбежались быстрее. Ушли с подвала. От Уриона отошли. Дальше бьем валик. Трусы. Вот трипл вроде тоже не перестал. Дальше босса бьем. Все, за спину все ключи встали максимально. Настя, Мастан, разбежались осквернения. Ушли с подвала, главное ушли. Прохил. От печки отошли. Печка выбеги. Выбеги со осквернения быстрее. Блять, прохил его. Подваль там сыграйте. Локи переходим, порталы переставляем, там печка настал. Все, возвращай Лича в центр. Все за спину ключу один фрейм. МН на тьму. Прохил заражение. А что это за хуйня? Че он на завтра? Осквернения разбежались осквернения. Потом сразу под босса, максимально под босса. После осквернения. Все, под босса, от Донзека отошли, под босса быстрее. По вальтам сыграли. Вальки, нажми эсбаунд. Нажал. Чем босса дальше бьем? Осквернение добьем. Осквернение разошлись, я вижу. Осквернение разошлись, босс, быстрее. Заражение прохил. Арислин отошли от него.
Босса под, за спину все стали. Синсонга под хил. Последний. По валькам играть не будем, будем бить по боссу. Ексеронку прохил. Веди, веди в сторону, веди в сторону, валик. Бьем по личу, бьем лича, валик никто не трогает, еще раз напоминаю. Бьем лича, к краю подходим все, в крест быстрее все, в крест. Нажми мана лед, сокру, быстрее. Гим на хп полишит, прохил, 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 прохил. Блять. Ветка дашь БР по глю. Альфред, блять, Альфреда сдашь по печке, Вайтфюри дашь по Орионе. И у нас у чувака от КДшится, если что. Дел, можно сесть по танкам на всякий случай? По сверкам активнее. Да, сейчас дам. Отверните его. Трипл, дай, дай СС по этому, блять, по Арислин. По духам больше дайте. Сверки подбивайте быстрее, ребят. Все, второго духа бейте, этот зауешится. Сейчас еще один вылезет. Добивайте этого максимально. Пал, 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 забери, забери, забери. Нормально. Переходная фаза, готовимся. Сферу добейте. В сферу не зайдите, переходим. Сферу, сам, сфера, да? Сфера РДД. Добиваем духов. Сейчас жатва сразу будет. Сферу быстрее. На сале забери. Ну Хаку, куда ты под. Блять, куда ты. Куда вы духа повернули? Яшу прохил, Яшу. Ну вагоны, сука, тупые, нахуй! Прожмитесь, танки! Дай зубы по танку срочно. А. Блять, куда вы гневных нахуй ведете в рейд, блять? И рейд еще, сука, побежал, нахуй. Сорвался, я в сале стою, что я сделал? Ой, блядь, осквернение по бокам оставьте, веди его на другую сторону. Осквернение по бокам, можете где мы тут оставить. Все, на ту сторону все побежали, быстрее, на ту сторону. Блядь. Арислин, гуш ловить. Подъебало, за спину все боссу стали. Арислин, за спину все боссу быстрее. Арислин, лови. Сейчас я словлю, получается, хильте меня. Блядь, ну как вы... У тебя СС есть, репахните паладина. Тучка. Готовимся разбегаться. Разбежались, разбежались, разбежались по бокам. Вынесли осквернение. Потом обратно идешь. Урион урезал, вставай. Эмай на тьму нажми. Адмирай отошли, все побежали на ту сторону. Быстрее, 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 сейчас духи спускаться будут. Перешли на ту сторону. Урион, вставай. А Реслин есть прогаться или нет? У Реслин там прожмись. Я не знаю, что там. Азерону прохил, Азерону прохил, блять, хила закинул, хуёво. Еще и не прохилили. Йоксоронка прожмись. Ну, блять, ну, ну, блять, тут как вы нахуй два хулипала? А, один мертвый. Господи, сука, нахуй, почему вы не хилите, блять, человека, который кидает жатву нахуй? Вы что, совсем АФК нахуй или что? Я не могу понять. В чем ебать ваша проблема? Глю нахуй, нажми кнопку, ебать. Это просто пиздец. Ешелен просто умер нахуй. Каким нахуй макаром? Как вообще это происходит нахуй? Сколько дамажат вообще эти духи? Там один что-то по 7к примерно. Я просто плюс 50 плюс капли дал, мне по 8000 прилетало. Через капли это что за... Ну, так если он взорвал, блядь, три духа одновременно, они что, во фрейме летят? Ну. Как ты хотел? Три духа взрываются, по тебе 8000 залетает примерно. Под плюс 50. Ну и похуй. Ты, учитывая, ты учитываешь, что в танка там еще резист идет немножко. Там дохуя урон заходит, очень дохуя. А чё вы валик не видите? Ну можно их типа не агрить. Пиздец. Это просто пиздец, ну. Ждите, сейчас улетёт. Кто такой сам? Там уже вайп был. И там, блядь, все в кучу стоят. Ничего, что в этом осквернении 7 человек было?
До комнаты дошли, нахуй. Только две комнаты, блядь, хилы не могут поднять, нахуй. Просто, блядь, АФК, нахуй. А Зеленый, ты знаешь, как за приста сбивать каста? Я там был уже. Был, ну, гасал. Ну, типа, меня, ну, я не зашел в комнату, типа. Не, ну, скоу не, ниже тебе работает. Ну, я его и кидаю. Заходишь, кидаешь эту штуку и хилишь, ты чела, все. Там, смотри, мне сыму его срабатывать несколько раз сразу кастую. Я не такой. Вроде нормально. Не, ну вдруг просто ни разу не будет. Я с первого раза закрыл. Полбам, дали быстрее. Масло обновить. Я тут кнопку щита скоро сломаю. Арчен на полума. Дай камень. Да. Камень дал. Ребята, напомню еще раз по поводу сквернения. В нем нельзя прыгать, это во-первых. Во-вторых, если вы видите, ДБМ, блядь, по... Даже сказать, блядь, пишет нахуй над человеком, блядь, на которого кидается сквернение. На него ставится метка черри, блядь. Как можно быстро уйдите от него, потому что даже лишняя пробежка по сквернению, она все равно его увеличивает. А бабли можно ловить духов? Можно. Тушку можно. Можно еще. Под кошу можно. Под кошем тебе может шотнуть, нахуй. Там все-таки не 100%, блин. Это да. Репоты, жмите. Блять, что за хуйня, блять? Голос посадил, блять. Возражение. Я постарю, как ты в пермиш соло большой забрал. Там и ма надо давать. Под каждое не дашь. Там только ма дает в подвале. Чума. Ну это да. Озерона унеси. Диспел возвращайся. Вы, блядь, танков держите и комнату нахуй прохильте, это, блядь, жатву, Ориона вынеси. И жатву нахуй прохильте, блядь. Там свой лучший скилл показывайте. Берегитесь. Две комнаты проебали, нахуй. На переходке, короче, синг дашь СС по Ексеронке. И... Печка по рифмин. Чума, одна секунда. Хули шит вынеси. Еще одна чума будет. Сколько у него 72. Барамир вынеси. Все, в крест видели, что? Веди. Все, ну перешли. Эма на лед. Сала, диспальте сразу, чтобы не было у нас неожиданности.
Угу. Перешли. Сферку добейте, в сферу не зайдите, а то улетите, блядь, в небеса на. Логин, этого духа ты забрать. Гнев надо добейте, Локи портан. Прохил. Заражение. Заебись, минус пепла. Ладно. Настя стан. По валькам сыграли. Осквернения разбежались. Разбежались осквернения. Учлись под валь. От глю отошли. Дальше валик бьем. Прохел сейчас зар. Я рол, на ту фазу. Ранения разбежались, 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 разбежались. Этот, меня бить не можете, который на самом краю. Ну, не бейте меня на краю, который сам. Прохильте только заражение. Прохил заражение меня, я там на самом краю. Уже подняли. Спасибо, Барами. Что-то летаете очень хуёво, пацаны. Осквернения разбежались. Осквернения разбежались. И потом сразу во фрейм под босса. За спину все, чтобы пальки в одну сторону летели. От химки отошли. Все, за спину все боссы встали. Кроме локуса отъезд. Так, все, отлично. Одну вальку только убивайте. Локов прохил, который на краю заражения. Сколько до фазы вести или нет? Далеко еще рано, блядь, жди нахуй. Я дам анонс, не переживай. Осквернения разбежались, осквернения разбежались. По заспину, блядь, устали. От осквернения отверни. Прохил заражение. Возьмут сразу и расходимся. Все, разошлись, разошлись. Вынесли осквернение быстрее, разошлись. Чинсонга прохил. Угу. От Занзека отошли, по валькам сыграли. Выражение прохил. Чинсонга поднимите. Подводили чё, леча к это, ну, к стороне, где мы были. Осквернения разошлись, осквернения разошлись, осквернения, и потом сразу на край все. 2 секунды вали. Меня отошли. Все на край, на край, на край, на край, на край. Это избаунс, сокру и ману лёд, быстрее. Улишить этот, зеро на гимн на хп. Блять, Бентли опять умер, да. Бентли, ты Шеридар вроде, блядь. Блядь, не Ридар. Есть стать? Да, есть. О, ну вставай, чё, вставай, потом встанешь. Вставай, я встану. Ну вставай, давай, Шилл, сразу. Вставай, вставай, Бентли. Быстрее, наверное. Сразу 12-ка прилетел. Будет побить сферу, пожалуйста, я перевезу. Я бью, я бью. Ладно, все, похуй, забей. Встанешь, когда переходка будет. Альфредес побит уже сферу? Не, Ранджа, маленький.
Да, играйте по сферам больше. Диспел сало. Ладно, я по сферкам тоже поиграю. Все, я уже играю. Там. Мне оно больше не нравится. Забирай следующего духа паладин и этого. И лечай сюда на край, не подводи. Забери эту. След целого духа бейте. Готовьте переходной фазы. Сферы добили быстрее, сферы добили. На край. Все на край. А куда лечает его? Куда? На край, блядь. Тут где он, блядь, на край сам. Отойдите. Ну куда, блядь, ребята, куда вы под гнимного? Силоветку прохил. Прохил. Циклоном сбивай каст. Блять, на край нахуй, не в центр, блять. Веди патрон нахуй. Хуёво тут стоял, блять. Ты его, блять, очень хуёво ловишь, нахуй. Осквернение по бокам оставляйте. Леча патрон. У кого имана тьма? Не знаю. Ексуронка, на тебе. Отойди немного. Ну, все, разворачивай леча, все за спину ключу. В осквернение не зайдите только. Блять, ну как же ты нахуй хуёво его ставишь? Господи, блять. Бентли, ты чего не встал? Я встал, меня убило. Блять, потому что... Ай, пизда нахуй. Батьфири, дай БР по ним. Осквернение по бокам вынесли. За спину ключу, от глю отошли. Куда к тебе его прямо? Рибафнули шамана, все заебись. Получается нормально, все заебись. Да, я просто по-другому. Реслин, держите. А Реслин есть чем ловить? Полечить поймай. Ёп. Ловлю. Блять, ладно, я БР дал. Силоветку опять прохил. Держи. Прохил силоветку. Ём. Реслин, у тебя есть баба? Осквернение по бокам, разошлись уже. Уже разошлись. СС, ты можно орел? У меня КД. А, уже от КД шло. У тебя есть бабу, чтобы словить? У меня есть баба. Настя слоит все. Настя все слоит. Заспину ключу. Геру дай. Забыл уже про него. Алиса, сюда. Осквернение. Отбежали осквернения, разошлись. Дал я тебе слышу, не переживай. Да чувак, отошли. Кто словит сейчас? Тут же перед тобой может. Кучки? Не может уже. Глю, у тебя бабл. Глю, у тебя бабл есть. Глю, бабл и лови духов. Не, под босса ближе подойди. Куда ты, блядь? Ты уже бабл нажал? Жми бабл. Все, вот тут вот стой рядом. Во, все, стой на месте и лови. Чувак, прохил? Осквернения разбежались, пизду, сейчас еще раньше времени дастся этот ебучий сирус, блять. Разошлись, раньше набрали. Ну, в принципе, что и следовало ожидать, нахуй. Что? Духи должны были сначала быть, а потом осквернения. А, ну да. Там меняется иногда. Как сейчас переживаем духов? Никак. Никак, блять, босса бейте еще, нахуй. Диван дай по кому-нибудь. Не успел. Сейчас саду дали. А первый раз говоришь. Слушай, а снимай диван, убивай личана. А первый раз говоришь, лаги еще жестче будет. Глыба пробивает. Пробивает. Только диван не пробивает. Слышишь, первый раз говоришь, лаги вообще еще жестче были, чем сейчас. Сейчас не лагает по сравнению с тем, что было до этого. Когда выкидывало просто каждый раз на 30%. Блять, когда мы убивали Синдру, у нас по 14 человек дропало, нахуй. По 14, блять. Это большая часть рейда, блять. Ну, на том, когда. Сейчас, считай, не лагает. Ну, в принципе, и не лагает. Ну да, более-менее. Не то, что в начале Синдру. Ну, в начале тоже более-менее было нормально. Ладно, короче... Пойдем и ВК маги игру в понедельник. Ну все, нахуй, пизди, что ли. Ты хочешь перегорел второй рейд в воскресенье начать? Завтра второй рейд будет. Халишит, сова. Сука, засал, пидор. Халишит, сова и я засейвили, короче, рейд от вайпа.
Жестко. Плюс ЕП засал убийство лича. Миша, он на тучке прилетел. Засовить. Барамин, в принципе, наработал миссию холишит. За что тебе соусак не хипят? Ты лича убил нахуй, скажи мне, соусак. За что тебе плюс хипана? Ты не успел добить лича. Все, откисан убил. Гора, ребят. И топорик на Эши. Гора! Гора упал. Ой, смотри, парни. Фул хипана, нахуй, хуярю. Ну, хотя бы за гору. Заебись, что упал гору. Там где-то Мирай уже, блядь, в конче обливается от топора. Я 25к сразу ставил. Мне кажется, ты бы дешевле ее забрал. Мне похуй, вообще до пизды. Ну, ГЦ. Ну, на Мара это пиз, в принципе, еще. Спасибо, парни, спасибо, я только вот люблю. Ну, все можно... Плевать, хоть, да? Шо, хоть не, на самом деле хоть что-то нормальное выпало нахуй. Mm-hmm. Мирай, есть десяточку. Самое главное. ГЦ, ГЦ. Так что там? Яш 1К. А, 4505. Интересно, кто-то кен будет ходить. Ой, если еще на Next KD десики добавят, ебать. Так, я же забираю. А по двух до четырех. Либо, блять, эти десики нахуй. Ну так, не, две-то уже пройдет. Ну, две пройдет, там, типа, наверное, шмот добавят, а ДС еще позже. Ну, как обычно и делалось. Смотрим. Но если а там 1000 душ, 3 квеста и потом ёбаных 50 очков. Обычно с выходом с ЛК и вендор стоит. Вроде как. Ну, они с вендора через 2 недели сказали добавят. Ну, тогда и ДС, мне кажется, тоже добавят. Так я аж... Сколько там всего духов вылетает? Что-то мне подсказывает на РДД, как обычно, нахуй. Как в Каражане, нахуй, будет лут дропать, нахуй. Ты ща погоди, дай мне ЕП набрать сначала на прилив, потом выпадет. Да хуй с тем переливом я бы уступил. Я бы какой-то БЛ забрал бы, на самом деле, вместо... Ну, у тебя просто богонога нету. Все, хватит. Ну да, у меня... Топовая триня, нахуй, талисман восстановления называется. Триня беговая, экс. А. Недооцененная. Та-дам-там-там-там-там. Челики всякие с кондерами бегают, блять, вместо этого. Три раза духов закрывал. Кондер для лохов. Плюс. Вообще, на самом деле, лут был супер помойный в ЦЛК. Прям вообще, пиздец. Кондер для лохов. Долгоног, мастеров. Почему? Плащ на ретрике упал, хоть что-то, нахуй. Триник ни одной вообще. Чего? Пушек, ну вот пушка нормальная, вот это, все, Глора. Арислин, ты на ретрика? На танка. На Арислин потом на танка заберешь. Реально, блядь. Че там, Альфреда... Хотя, Холишит, ты тоже пока, блядь, ну, типа... Откисай. До целка хэма точно вряд ли будешь в Т10 деваться. Дайте холи-щит, он сейчас 4 штуки соберет, потестит мне, потом скажет, что делать. Да что там тестить, ну, типа, я ж вам сразу. А вдруг больше будет? Начало ЦЛКХМ в Т10 будет, ну, типа, лучше. Бля, там, да у вас... У Мазерона 1400 хосты надо еще собрать к этому Т10. Ты, все, ты убиваешь нормально. У вас Т4, нахуя вам сейчас 264-й Т10, если проще один 277 сразу, нахуй? У нас же вроде ЕП, АУКУ. Там сначала 2.64, а потом 2.70. Ну, 2.70. Знаковые, что ли? Ладно, нет, это синдры уже. Предыдущую... Кто забрал? За 500 Барамир? Да-да. Yes. Ну, пускай тогда пауза 5... забирают, эти чинки сейчас. За 5000 Барамир, да, забрал уже, правильно? За 500. А дайте порт, пожалуйста. Еще сотку Барамиру сними. Обмен дай мне. Все, Барамир теперь 2-10, ему больше не надо.
Ну ничего, мы скоро эти токены за 10 будем брать, но в спех. Да, 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 блядь. Пока бери, хэм. Заберешь. Печка сразу 4 заберешь. На диван. Еще мель, еще 3-4 КД, и они вообще ничего стоить не будут. Я на X3 также все 4 сразу, моментом просто одни забрал. Ну и шея, я не знаю, кому это говно вообще надо, нахуй. На ДД мишку, блядь. Пароли, ебать. Просто буду в РБК танчить. Нет бы, блять, какой-нибудь выпал клык, нахуй, или ТБЛ, блядь, что-то кровь. Полезное с этой синдры ебаной. Кирилл, шея, это еще ладно, блять, ну лучше. А, я смотрю, они уже завезли тринкеты, да? Они все завезли уже. По сколько там они, блять? По 4К. Ебать, нахуй. Чем ляути? Ничего, кроме лича завезли. Вот я... Кто-то я встречал с челов, вот сегодня они там 3 или 4 так случайно смотрю, с окей, там все с пригами, думаю, ничего себе, люди закрываются у фанга вообще. Это челики до банкомата, гоу, погнали. Магазинчики уже все есть. Кирилл, подожди, не портуйся, тебе кое-что покажу. Парни, делайте что? Я еще вчера увидела. Да, я понимаю, твой резис, он тебе не поможет пережить дыхание под стаками на второй файт. Он реально тебе не поможет. Так, понимаешь, по ним по полтиннику, а по мне по 25 тысяч будет хуярить. Я это, ну, я же не просто так говорю, я же, блядь, танчил 74 танками на X2, блядь. Мы с ним на следующий раз попробуем один пома. Знаешь, это не дыхание, мы как дыхаст там, ёп. Да, ребят, во-первых, не сравнивайте X2 и X4, во-вторых, они фиксили. Они всю эту фигню на саппорт, на резист, они все это фиксили. Да, я знаю, я был это немного не так работает, как должно работать. Я знаю, как это работает. Всё, ребят, на сегодня все. Всем спасибо, все свободны. Не, пофиксили сильно, я вихрь не могу. Все молодцы не будет? Я сегодня... Все... Не, молодцы, но не все. Не только лишь все. Это, я сегодня хуярю 16 часов, нахуй, я сейчас хуй что соберу, типа. Че там, Берса, да? На тех людей, которые я там упоминал часто, сделайте выводы, пожалуйста. В противном случае буду менять, потому что вот это полный пиздец трешак. А завтра во сколько? Во сколько вы хотите? Я хуй знаю. У меня просто и ДВшные рейды есть.